Всем привет! В этом видео покажу и немножко расскажу, как можно подключить вот такой электродвигатель коллекторного типа от автомата стиралки. Значит, в первую очередь разберемся, какая у него конструкция. Значит, передняя часть — корпус с посадочным местом для подшипника, задняя часть — корпус с посадочным местом для подшипника, статор, ну и, естественно, внутри якорь и две обмотки статора. Вот одна, вот здесь вторая. Вот щеточный механизм, две щетки, тэхо-датчик. Дальше у нас вот такая фишечка установлена на двигателе, на которую выходит всего 7 проводов. Значит, один провод с первой обмотки статора, второй провод со второй обмотки статора. Дальше у нас выходит левая щетка и вот этот провод — правая щетка. Дальше у нас два желтого цвета тэхо-датчик. Нам они не нужны. И земля. Тэхо-датчик мы можем сразу удалить, чтобы нам не мешался. И осталось у нас 5 проводов. Вот и все. Вся конструкция. Итак, вот перед вами схема, которую я нарисовал. По данной схеме буду подключать данный электродвигатель. Значит, вот этой катушке на статоре вот этот провод, вот он, вот этот. Дальше с этой катушки идет проводок, вот с этой, и на вторую катушку. Через защиту на вторую катушку. Они внутри уже между собой подключены. С катушки второй идет провод, вот он, который мы будем подключать на щетку с левой стороны. Теперь нам надо вот этот конец провода левой катушки статора подключить с левой щеткой. Между собой. Вот так. Подключили. Теперь с правой стороны щетки выходит проводок. Вот он идет. Получается, остались у нас два выхода. С правой стороны щетки и с правой катушки статора. Вот он. Которые надо подключать именно на 220 вольт. Подключаем. Ну и остался проводок заземления. Тоже подключаем к проводу заземления. Значит, подключили мы статора один выход к вилке в сеть и правую щетку тоже к вилке в сеть. Левой стороны статора катушки выход и левой стороны щеточного механизма щетки выход мы подключили между собой вместе. И заземление тоже сделали. Сейчас попробуем включить в сеть. Как видим, данный электродвигатель работает и крутится в левую сторону. Сейчас сделаем реверс, чтобы якорь крутился бы в правую сторону. Теперь у нас подключена левая щетка с левой стороны выходом статора катушкой. Сейчас мы просто поменяем полярность. Левую щетку подключим к вилке, а правую — к выходу левой катушки статора. Итак, мы подключили. Пробуем включать в сеть. Сделали реверс. Якорь крутится в правую сторону. Итак, мы разобрались, как подключить данный электродвигатель, как сделать реверс. Ну и теперь покажу просто вот такой обыкновенный стандартный регулятор, который используется на многих электроинструментах, как его подключить. Отключаем один провод от вилки, подключаем один провод к тому проводу, где идет на щетку. А регулятора второй провод подключаем к проводу, который идет на вилку, в сеть. Вот таким принципом.
Вот и все. Теперь включаем сеть. Легко и просто, как видим, подключить коллекторного типа электродвигатель от стиралки автомат. Можно сделать реверс, можно установить очень легко и просто вот такой регулятор оборот. Или другой какой-то, неважно. Они устанавливаются похожим принципом. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.